волнующий, порой плачущий и печальный. Звук этого инструмента – один из самых узнаваемых и притягательных. Это истинный король джаза и единственный инструмент, звук которого практически невозможно сымитировать с помощью электроники. Я думаю, вы уже догадались, что речь идет о саксофоне. Его голос обладает необъяснимой манящей страстью, которая покорила сердце нашей следующей исполнительницы. Елизавета Юргина, учащаяся детской музыкальной школы имени Стасова, лауреат многих московских джазовых фестивалей, обладатель гран-при международного конкурса в Испании и 4-го международного конкурса детского и юношеского исполнительского искусства «Катюша». Как победитель она была удостоена чести выступать с Государственным камерным оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Хочу добавить, что в 2014 году Лиза стала лауреатом 2-й премии международного конкурса джазовой эстрадной музыки «Jazz Time». И в следующем году вновь собирается к нам в Солигорск покорять конкурсные вершины. В исполнении Лизы мы услышим известные джазовые произведения. «Фонограмму и минус» написал преподаватель Лизы, мультиинструменталист и прекрасный аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации Иван Иванович Волков. Знаменитая тема Эрла Гарнера «Мисти, туманно» была написана композитором во время перелета из Чикаго в Нью-Йорк в сырой пасмурный день. И после исполнения джазовой певицы Сарой Воин стала очень популярна, о чем свидетельствуют и многочисленные переложения для различных инструментов. Завораживающий хрипловатый тембр саксофона придает теме изысканную элегантность и глубину. На сцене Елизавета Юргина. Thank you.